Всех рад приветствовать на канале 3G Kaiser. Меня зовут Гриша. Сегодня с вами мы побываем на реке Лан-Пес. Попытаемся поймать щучку, окуня, может быть, ясь, если удастся. Сегодня нас много, веселая компания. Леша, Саша, дядя Олег, Акмаль, Глеб. Если помните, в прошлом году мы с ними также по осени ездили и неплохо отловились. Так, дядя Олег, вон что мутит. А не может быть такого. Ну что, подсак нести? Да не знаю, что там. Нормально. Нормально, килограмм вот есть. Есть, да. Есть, первое вот есть. 100%. Ну с почином. Красотуля. Так, вот, хорошая щучка. Тоже вытащил, тоже. Тихо, отойдите сейчас еще. Хорошая, смотри какая. Килограмм, килограмм. Смотри. Больше, больше. Вот, хорош. Полторушка. Надо это. Да. Лёшу травануть. Тем могой. Блин, взяла на середине, ребята. Да, да, на середине. На середине и так медленно проводка. Такая она не дерзкая что-то. Сильно не билась, я имею в виду. Ну да. Мы заплыли. Так, все на воде. О, карася поймал. Это сеть старая. Так вот бросают сети, короче. И попу им на все. Тухлый язи. Нихуя себе, первый раз в жизни здесь рака вижу. Вот линь есть тухлый. Белая блесна. Большая? А, нет, есть еще. Есть. Вот она. Тише, тише. Вон она, вижу. Да нет, есть. Есть. Вот. Ой. Мелкая, но приятно. I like it, guys. I love it. Давай. Сейчас тебе покажу. Посмотри. Вот это что? Видишь? Это не одна такая, но их тут несколько штук таких. Вот их много все, и они все раненые. Ложка, колебалка, Питер. Колебалочки. Атом. Сколько там грамм? 15? Здесь, да, грамм 15, это 20-ку. 18, это тоже 20. Ну, это вечернее, я вам хочу сказать. На вечеринку. На вечеринку. Вот готовленный комплект. Вот комплект по зажженному дяде Олегу.
Ну, это судаковый яйца. Просто... Ну, вдруг тут судак есть. У нас, короче, намечается обед, завтрак. American Boy пытается поймать рыбу на живца, вернее, чтобы попробовать поставить кружки, в чем мы его поддерживаем и благословляем. Пока тишина. Тишина. Ну, ты закормил? Ну, кукурузы только сейчас, перловка заварится. Так, что там у тебя, Лёш? Чё-чё? Завтрак? Красота. С тушенкой? Да. Лёха? А? Нет, все, вы дома остаетесь. Чё, как успехи? Я имею. Там пацаны 2-2.5. Ну, в общем, с утра ходим, 5-6 штук и все. Стандартно, и там 1-2, 1-2.5 и все. На железо тоже так же? На железо только идет. Александр, здравствуйте. Здрасте. Все подкрепились или что? Как у вас настроение? Нормально? Настроение хорошее. Очень. Нормально? Почему? Вот пепельница. Потому что рыбка идет. Хоть и не активно, но идет. Идет. Берет на глубине. Блесна падает на дно, начинаешь тянуть, она берет на глубине. С нами еще присутствует American Boy. How you feel? I feel very good. Very good. But there is no fish in this place. Why? I don't know. Поймали же люди. I don't know. I had one fish, but I couldn't take it out from the water. For right now, I have no fish. Zero. We have a hope. Hope. We'll get some by the evening. Не, сама мы не поймаем. В общем, он говорит, что у нас есть надежда, и мы что-нибудь... Вечеру хотя бы что-нибудь. Да, сейчас мы будем все-таки еще... Полузавтрак, полуобед, meal right now. The time is 11:37. It's almost time to eat. Yeah, exactly. Your strategy. Strategy, I'm changing the... Thank you very much. Меня зовут Акмаль, и я 1983 года. Ай, я красавец. Из города Токмак, Киргизия. Вот она и Киргизия у нас теперь присутствует. Да, да, да. Как Улан-Удэс, Кургальжинский район. Кидал вертушку. Так. Вертушку, да, кидал, ну... поменял. Закинул в середину. Подождал, пока она спустится на дно. И начал медленную проводку делать. И тут барс, удар и рыбалка. Спасибо вам за интервью. Олег Александрович. Привет. Как у вас настроение? Что туда закинул? С утра встали, 7 утра. А? Была прекрасная погода. Ну, что ты закинул? Морозец маленький. Не боись. Ну, морозец, да. Два заброса. Хуй там, хуй там. Так, пацаны. Прошу прощения, не матерься. Два заброса и прекрасно, блин. И сразу щучка. Ну, не знаю, сколько килограмм. Ну, нежно. Два. Два килограмма, а приманка? Приманка, ложка стандартная. 20 грамм. 22 грамм. И ложка, в принципе, так и пошла. Ну, все работало сегодня на желтой почему-то. Белая в линии пробовал, нифига. Теперь, да, мы переходим плавно к Алексею Олеговичу, то есть сыну. Супер, отдыхаем на природе. Поклевки небольшие. Я как бы на кухне тут дежурный. Да, но это тоже очень-очень уважаемая профессия на рыбалке. И очень почитаемая, вы знаете. Кухарит, да? Да, потому что этот человек решает. Ребят, за стол. Да, вот вам и раки, доказательства. Ясь, карась, это все сети. Раки у меня. Какие раки? Вот он взял, да?
твое, да? А твое где? Ну вот и все, подошла наша рыбалочка к концу. Прохладненько. Отловились мы неплохо. Щука, окуня не было. В принципе, рыба есть. Всем спасибо за просмотр, кто с нами. Видео выходит не часто, потому что сейчас такой период жизни. В общем, не до Ютуба. Но по мере возможности вот стараюсь хотя бы что-то выложить. Спасибо, что были с нами. Оп.